Личный состав Криворожского гарнизона полиции с 9 часов 22 числа до 9 часов 25 числа будет переведен на усиленный вариант несения службы. На сегодняшний день Криворожским отделом полиции проведено ряд практических мероприятий и организационных для проведения мероприятий по обеспечению правопорядка. Это в первую очередь уточнены места проведения этих мероприятий. С учетом полученной информации разработаны планы обеспечения безопасности, подготовлен расчет сил и средств, необходимых сил, которые будут обеспечивать порядок как 23, так и 24 числа. С учетом того, что личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы, весь личный состав Криворожского гарнизона полиции 100% будет задействован и 23, и 24 числа, как для несения службы в суточных нарядах, в усиленных следственно-оперативных группах, так и для обеспечения публичной безопасности во время проведения массовых мероприятий, запланированных на территории города Криворога. Кроме этого, в каждом районном отделении, в городском отделе, в спецподразделении на базе воинской части 3011 будут созданы специальные резервы из числа 50 и 70 сотрудников, соответственно, которые будут экипированы спецсредствами и будут готовы выехать для локализации той или иной возможной ситуации, которая может сложиться на территории не только города Криворога, а на территории прилегающих городов. Личный состав будет нацелен на проведение мероприятий по недопущению террористических каких-то проявлений на территории города. Уже с сегодняшнего дня ведется определенная работа в этом направлении. Прорабатываются и средства массовой мониторинга, и средства массовой информации на предмет выявления группы граждан или граждан, которые им будут иметь желание дестабилизировать ситуацию в эти праздники, провести какие-то чрезвычайные происшествия. Поэтому работа в этом плане уже ведется активно, мониторится, согласовываются все вопросы с правоохранительными органами, с местными органами власти. Хочу обратиться к гражданам нашего города. Будьте бдительны в эти праздники, не поддаваться провокациям. Если же вы стали свидетелем о том, что долго припаркованная машина, какие-то подозрительные предметы, вещи, сумки, в обязательном порядке информируйте 102 сил и средств, технических возможностей в органах полиции достаточно для того, чтобы отреагировать в течение 50 минут, проверить эту информацию и обезопасить граждан.